Всем привет! Сегодня листинг OXT с торговой парой BUSD. Она торгуется в торговых парах USDT и BTK. Как вы все знаете, мы записываем каждый листинг, и цель такая — показать вам, что в первые минуты после листинга цена, как обычно, как правило, идет вниз, и очень много людей из-за этого теряют деньги. Поэтому смотрите на нашем канале, много видео мы подготовили, и не делайте ситуации, когда вы залазите на раскаленную сковородку и пытаетесь из нее вылезти. Вот первые минуты, как вы видите, еще нету никаких сделок, стакан ордеров пуст, и также купить ее не получается. Как вы видите, прошла одна минута, и вот скачок с 0.48 до 0.55, и цена понемножечку спускается вниз. Общая амплитуда этой свечи 13.45%. Прошло 5 минут, цена так и не выросла до 0.55, сейчас торгуется 0.52. Вот вы видите, продажи 2.74 были через минуту, следующий рост 0.8, 1.23. Сейчас кто-то по рынку выкупил до 0.58, пропампив монету, и цена понемногу откатывается вниз.
Волатильность на несколько минут стала небольшой. Если посмотреть через 38 минут торгов, мы видим опять-таки первую свечу на 13.45 амплитуда и видимая часть 7.58%. Следующая свеча у нас амплитуда 12.24% и видимая часть 0.65%. Все остальное это тень
свечи. Далее амплитуда 2.83 и видимая часть 2.27%. Плюс 1.86 после коррекции небольшой. Прошло около 4 часов, и вы видите, что на 15 минутках у нас цена пошла вниз. Это я рассказывал, показывал вам амплитуду движения на 5 минутках, это 15 минут. То есть цена просела. И через 15 минут еще выросла на несколько процентов, суммарно около 5% плюс. Далее коррекция минус 1,5 и минус 1%. Далее рост 3.34 и видимая часть 0.25. Амплитуда 2% этой свечи вместе с тенью. То есть через 1,5 часа цена пошла уже корректироваться вниз. То есть первые 45 минут она росла и скорректировалась до уровня 0.5. И потом, как вы видите, сейчас она пытается расти. Итак, как мы и говорили, листинги и первые минуты листинга, они опасные для вашего депозита. Входить в сделки, покупать, пытаться ее выкупить на 0.48, как вы видели, и нереально, и поэтому и вы можете только выкупить на уровне 0.58, где-то вот здесь. И потом цена, как видите, идет вниз. И когда она вырастет, тоже будет непонятно, поскольку есть вероятность того, что многие, кто закупились до листинга на новостном фоне, они уже начинают фиксировать понемножечку прибыль свою. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. В телеграм-канале есть ссылки на полезные инструменты. Также внизу под видео описание есть ссылки. Подписывайтесь. Всем профита, всем пока.